Доброе утречко. Посмотрите, у нас снова зима началась. Снова куча снега навалила. Вернее, наваливает. Это не погода, это что-то с чем-то. На работу. Скользко так на улице. И холодно. Вообще мне уже зима надоела. Напишите, пожалуйста, кому тоже зима надоела. Я уже хочу весны. Каждое утро прохожу мимо этих столбиков. Вот не могу понять, кто придумал такие столбики. Или у меня фантазия неправильная. Или оно в натуре так выглядит. Кто понял, пишите и ставьте лайк. Всем приветик. Я пришла с работы. И, как всегда, я зашла в магазин и докупила некоторые вещи, которые я не докупила вчера. И сейчас я покажу, что. Вот пакован я купила. Ну, первым делом, конечно же, тут письма счастья. Я их так называю. Это платежки за квартиру. Не все еще пришли. Купила мочалку для Кирюшки. Купила мочалку для папы. А, что еще я купила? Купила я перволь, кондиционер для белья, стиральный порошок, это такое. Купила пеленок для собак, потому что меня дома долго нету, и они ходят на пеленку. И купила я еще две мыльницы в ванну. Вот такие вот, цвет коврика и цвет коврика и шторы. И следующий мой пакет того, что я приобрела. Я тут уже поубирала немножко. Так, это я купила. Ой, вот такую вот булку себе захотела. Булку с яблоками. Почему-то страшно захотела булку. Но это, в общем, с еды батон. А, что еще? Значит, купила вот такую вот корзиночку. Это для химии. Вот я хотела ведро себе, купила корзиночку для химии, потому что ведер не было такого цвета, как я хочу. Купила стаканчик. Это для бритв. Вот будет такой стаканчик для бритв. И купила еще такого же цвета вот для унитазов щетка. Мне чем она понравилась, тем, что она с крышечкой, в общем, вот такая вот щетка для унитазов. Мне тоже очень сильно понравилась, поэтому еще вот такая щетка. И это коврик. В общем, так как коврика не было под унитаз, я купила такой же второй коврик, как под ванну, купила же такой же под унитаз. Будет у меня, в общем, два коврика. Я думаю, что будет очень хорошо. Пошла примерять и покажу, что и как. А после этого пойду гулять со своими собачурками. Мишка, Шанти, да, гулять хотите? Шантюська, хочешь, да, на улочку? И Мишенька хочет. Иди сюда. И Мишенька хочет. Боже, где он там? Где, где, где? А, Мишка, где? Чудик мой. Ладно, идем. Посмотрим, что вышло, и потом пойду с вами. Я не могу просто дождаться, чтобы посмотреть, как и что у меня получится. Смотрите, вот как вышло. Здесь эта штучка, вот так вот коврики. Вон там же эта корзинка, хотела такого же цвета, но не было корзинок такого цвета. У меня теперь туда все поместилось. И стиральный порошок, и всякие средства. И здесь у меня вот так вот стоит баночка для бритвы, зубной пасты и мыльничка. Только я вот теперь думаю, какую лучше мыльничку. Вот такого цвета поставить, чтобы они были разные, смотрите. Вот такого. И она как бы будет и под штору, вот, и под... Сейчас я закрою. О! Вот так вот, видите? Или все-таки одного цвета поставить, а мыльничка эта будет вот здесь вот стоять, а здесь все-таки одного цвета. Наверное, все-таки я оставлю одного цвета, и будет вот таким вот образом это все. Наверное, так будет. В общем, я не знаю, мне очень нравится. Если кому-то не нравится, ставьте дизлайк. Если кому-то нравится, ставьте лайк. Пошла я гулять с
собакой. Ребят, наконец-то я сделала все свои дела. И теперь я готовлю себе ужин. У меня тут куча посуды, опять-таки, я одна, у меня куча посуды. Только что позвонил муж, говорит, что ты делаешь? Я говорю, то-то. Он говорит, слушай, я говорю, вчера тебе звонил, ты делала то же самое. Я говорю, ну у меня просто нескончаемые дела, они у меня каждый день. Я не могу, вообще я такой по натуре человек, который просто не может прийти и лечь и посидеть. Если я просто лягу и полежу некоторое время, то я уже просто не встану, то есть настолько я могу расслабиться. Поэтому мне надо постоянно какой-то круговорот жизненный, чтобы не останавливаться. И вот в эту минуту вот я хочу остановиться. Уже 7 часов вечера, и хочу немножко остановиться, успокоиться, посидеть, покушать, расслабиться и просто лечь спать. Вот. Так что всех люблю вас, всех целую, и всем спасибо, что вы меня смотрите, что вы со мной. Надеюсь, вам все понравилось, все мои покупочки, и понравилась моя ванна. Ну, как я уже говорила, кому не понравилось, можете ставить так, кому понравилось, ставьте так. Все, всем пока-пока!